Национальный банк страны сегодня заявил о том, что переходит к свободному курсу образования, а также принял решение сохранить базовую ставку и процентный коридор на уровне 12%. Причина – значительное ухудшение перспектив развития глобальной экономики, снижение спроса и усиление волатильности на мировых товарных рынках. Отсутствие на фондовой бирже Национального банка, который сегодня не провел интервенции и дал казахстанской валюте свободу, привело к тому, что 16 марта 2020 года уже назвали «черным понедельником». На казахстанской фондовой бирже до обеда в течение нескольких часов не было заключено ни одной сделки по доллару. Из-за этого многие обменники приостановили продажу американской валюты. Другие повысили цену за доллар до 450 тенге. После обеда средневзвешенный курс сложился на отметке 436 тенге за 1 американский доллар. Сейчас эксперты рекомендуют казахстанцам не поддаваться панике и не бежать в обменники скупать доллары. Многие называют этот курс завышенным и ничем не обоснованным. Он сложился из-за паники в обменных пунктах. Евро, соответственно, тоже вырос до 480 тенге. При этом казахстанский фонд гарантирования депозитов сегодняшнего дня повысил максимальные рекомендуемые ставки по сберегательным, срочным и несрочным депозитам в тенге. Это реакция на изменение условий на денежном рынке, на значительное повышение базовой ставки с 9,25% до 12% и расширение процентного коридора базовой ставки на 0,5 процентных пунктов, говорится в сообщении фонда. Напомним, что гарантия фонда по несрочным и срочным вкладам в тенге составляет 10 миллионов тенге, по сберегательным вкладам 15 миллионов тенге. Если вклады размещены в разных банках, фонд дает гарантию отдельно на депозиты в каждом из банков. Ханзлар Рупиисов и Татьяна Калюжная, РТН.